весело. В Мытищах началась международная декада инвалидов. Традиционно в начале декабря Дворец культуры Яуза встречает особенных зрителей. Сегодня в зале активисты общественной организации Всероссийского общества инвалидов, мытищинских отделений слепых, глухих и фонда помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда». Все прекрасно знают, что цивилизованность любого государства оценивается по отношению к людям с ограниченными возможностями. Конечно, надо отметить, что у нас на территории округа очень проводится большая планомерная работа по созданию доступной безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Это касается и социальных объектов, и объектов транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, жилого фонда. И надо сказать огромное спасибо всем ведомствам и организациям, которые задействованы в данной работе. И, конечно, я отдельно хочу сказать о людях, о самих людях, которые имеют ограничения по состоянию здоровья, но, тем не менее, они являются самыми активными участниками всех наших мероприятий. В Мытищах проживает почти 12,5 тысяч инвалидов. Из них более 500 – это дети. Помогают таким людям в том числе общественные организации. Мытищинское отделение Всероссийского общества инвалидов – самое развитое в Подмосковье и существует 30 лет. Не забывают о проблемах местные власти и депутаты. Конечно же, что самое немаловажное – это то активное развитие доступной среды, которую мы осуществляем уже в течение более 10 лет на нашей территории. Хотя, наверное, сколько ни делай, все равно этого будет что-то не хватать, что-то... Но главное, наша забота, наше внимание, наше сочувствие этим людям. И тогда мы сможем хоть чуть-чуть, но сделать что-то лучше и сдвинуть это дело с мертвой точки. В этот день со сцены звучали слова поддержки и пожелания здоровья и бодрости духа. Ведь зачастую именно люди с ограниченными возможностями здоровья особенно мужественные и сильные. И подобные декады – это еще одна возможность обратить внимание общества на людей, имеющих недуги, проявить внимание и заботу. В этот день перед зрителями выступил фольклорный коллектив «Савичора». Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Артисты выступали больше часа, а по окончанию концерта все приглашенные получили в подарок продуктовые наборы. Помощь в их формировании также оказывали организации и предприятия городского округа Мытищи. Следующее мероприятие уже в предстоящую субботу, 7 декабря, состоится традиционный праздник для детей «Надежда». Юлия Федориненко, Денис Корнев, информационная программа «День».